Мама, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно. Мы бьем по всем городам подряд, даже по мирным жителям. I continue with my formal statement. I would like to switch to Russian and invite you to put on the headphones. Because I would like to read from the screenshot of the smartphone, of a smartphone of a killed Russian soldier. That's an actual screenshot from someone who is dead already. Лёш, ты как, почему так долго не отвечаешь? Вы точно на учениях? Спрашивает мать убитого солдата. За моменты перед тем, как он был убит. Мама, я уже не в Крыму. Не на учениях. А где? Папа спрашивает, можно ли тебе послать посылку. Да какую посылку, мам? Что ты говоришь такое? Что случилось? Мама, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно. Мы бьем по всем городам подряд, даже по мирным жителям. Нам сказали, что они нас будут приветствовать, а они кидаются под нашу технику и не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело. In several moments he was killed. Imagine, if you want to just visualize the magnitude of the tragedy.